На канале «Россия 1» состоялась премьера сериала «Большие надежды», и уже известно, чем закончится эта история. В заключительной седьмой серии мы увидим, как Эра продолжает искать Андрея, то в одном городе, куда он по слухам уехал, то в другом. Мечты сбываются, и жизнь Эры, вопреки всему, превращается в сказку, но любви нет, Эра заболевает, а Зина встречает Данилова, и давние чувства вспыхивают с новой силой. Восьмая серия расскажет, как жизнь в стране медленно, но налаживается. Эра открывает издательство, берет в партнерши Зину, и дела идут в гору. Зина начинает писать романы, скрывая это всех, кто на самом деле автор. Уже первая книга приносит ей большой успех. У Эры с Зиной появляются деньги и признание. Подруги решают, что уже не стоит ждать единственной и неповторимой любви. Но однажды Эра случайно встречает Андрея. Премьера заключительных серий состоится 13 февраля на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.